во-первых, она все-таки родилась в семье, где рисовали абсолютно все. Валентина родилась в 1924 году в семье художников Евгения Крапивницкого и Ольги Потаповой. Валентина вышла замуж за отцовского ученика, талантливого художника Оскара Рабина. Это был рабочий поселок, он назывался СВС, Северная водопроводная станция. Состоял он из бараков, там был когда-то лагерь. И три барака или четыре вот так стояло на краю поселка, в которых жили мы. Самые первые свои работы, она как-то, как ну просто взяла бумагу, начала какие-то зверюшки рисовать. Эти картинки казались такими наивными, они выпадали из категории художников неофициальных, которые создавали как бы новое искусство. В моем детстве ранее мама ничего не рисовала. Вот у них, у каждого из них в душе сидела какая-то неописуемая древность, может быть, мезозойская. Ну, какой-то это все-таки вот не этот мир, ровесно-советский. Очень трудно двум столь разным художникам сосуществовать в таком узком пространстве, а они жили в очень узком пространстве, и при этом не мешать друг другу. Но это был когда-то рай, да. Понимаете, если рай потерян, значит, было чего терять. Меня радует то, что она четко знала все детали. Она, по-моему, и была таким следопытом. Крапивницкая и их коллеги устроили выставку на открытом воздухе. Власть бросила на них бульдозеры, поливочные машины и дюжих молодцов в штатском. Они вырывали картины, бросали их под бульдозеры или швыряли в огонь. Эта позорная акция взбудоражила весь мир. Власть стала мстить участникам выставки, вынуждая многих из них уехать за границу. В их числе оказались Валентина Крапивницкая, Оскар Рабин и их сын, художник Александр Рабин. Через полгода в советском посольстве им объявили о лишении гражданства и разорвали их паспорта. Она завершила свой путь. Человек живет, пока он живет. Я думаю, что художник, конечно, может дрожащей рукой поставить последнюю точку на последней работе и тут же умереть. Но все зависит от того, успел ли он поставить ее или, может быть, еще нет. Художник же возникает после смерти. И мы никогда не можем предугадать его масштаба. Никогда. Валентина Крапивницкая скончалась 23 декабря 2008 года. Сегодня картины Валентины Крапивницкой вошли в собрание ведущих музеев мира.